Великая Америка к своей истории относится бережно, хотя история эта очень разная. В Америке никто не отрицает факты, но считается дурным тоном лишний раз напомнить о том, что путь США к благополучию и процветанию щедро полит кровью миллионов ни в чем не повинных коренных жителей этой земли, несчастных индейцев. Территория заблуждений с Игорем Прокопенко. Во вторник в 20:00 на РЕН-ТВ.